Волжский автозавод имени 50-летия СССР. Флагман автомобильной промышленности страны. Почти вся продукция автозавода выходит с почетным пятиугольником. В чем секрет успеха этого гигантского предприятия? В июне 1979 года в Тольятти проходил всесоюзный семинар по изучению опыта работы ВАЗа. Экскурсия по заводу. Гости осматривают цеха. На ВАЗе накоплен интересный опыт по повышению эффективности труда, максимальному использованию техники, рациональному расходованию материальных ресурсов, тщательно разработанную и обоснованную систему комплексного решения всех этих вопросов называют системой ВАЗа. Новыми успехами в труде встречает автозавод 26-й съезд партии. Говорит бригадир электриков сборочно-кузовного производства, герой социалистического труда Василий Михайлович Малыхин. Узнав о решении июньского пленума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза о созыве очередного 26-го съезда нашей партии 23-го февраля 1981 года, одна из бригад нашего завода выступила с инициативой развернуть социалистическое соревнование под девизом «Высокое качество, четкий ритм». Наша бригада поддерживает эту инициативу, и мы также пересмотрели свои социалистические обязательства. Мы приняли решение улучшить ремонт оборудования, обслуживание оборудования и тем самым способствовать досрочному выполнению государственного плана. Сейчас монтируется и налаживается оборудование для автомобиля ВАЗ-2105. И мы надеемся, что наши специалисты, которые были направлены со всех участков, лучшие специалисты, они с достоинством справятся с этой задачей. Опыт работы ВАЗа стал примером для многих предприятий области. ВАЗовская система по совершенствованию экономики и повышению качества продукции стала предметом тщательного анализа и изучения.